мы. А это я. А вместе мы, друзья, театральная семья. У младших Щелоковых сегодня дебют. Они впервые выходят на сцену со своей театральной семьей. Вместе с бабушкой, папами и дядями мальчики участвуют в областном фестивале трудовых династий, где родился, там и пригодился. 25 лет назад начал работу театр, народный театр «Свеча», город Волхов, коим мы являемся и актерами, и я режиссер, как бы вот мама этого коллектива. Все бывает, и кричим, и ругаемся, но самое главное, что творчество, это же и есть примирение и вера, и надежда, и любовь во все будущее прекрасное начинание. Фестиваль проходит в 9-й раз. Каждый год в нем представляют себя новые трудовые династии Ленинградской области. В 2015-м на сцене театралы, педагоги, железнодорожники, строители и работники нефтяной сферы. 6 семей из 6 районов региона. Прадед Симаковых строил Волховскую ГЭС, а его дети, внуки и правнуки возвели множество других социально значимых объектов по всей Ленинградской области. А у династии Доценко Васильевых общий стаж 274 года. В железнодорожной сфере трудится четвертое поколение. Все пошло от папы. Доценко Василий Сидорович – это наш папа, наша большая семья. 57 лет на железной дороге. Он начальник мостовых мастеров. Все мосты от Санкт-Петербурга до Гдова, да, это его мосты. Мы не разделяем дом, работу, у нас все вместе. Все проблемы, все решаются вместе. И это важно, ведь оценивало жюри не только трудовые успехи. Конкурсы показали, насколько дружны и разносторонне развиты члены семей. Династии готовили творческие номера, делились кулинарными рецептами, состязались в спортивных соревнованиях, рассказывали о своих увлечениях и достижениях. О жизни педагогов из Тосненского района зрители узнали из театральных постановок. 64 года члены семьи Таран воспитывают подрастающее поколение. За свою работу, активность и жизнерадостность они и стали победителями 9-го фестиваля трудовых династий.